Приветствую всех зрителей канала. Друзья, я честно скажу, заколебался улыбаться каждый день. Делать из себя дурачка, который ходит по лесу. Я не знаю, но я объяснял уже 15 раз, но это ни к чему не приводит. И как бы я понимаю, что в дальнейшем-то я вообще даже не понимаю, что делать. Я объясню еще очередной раз, но это не приносит результата. Никакого объяснения, и как бы для вас я понимаю, что я человек, который просто где-то там находится, который делает видео, которое кому-то нравится смотреть, кому-то нет, и все, на этом все. Просто незнакомый человек. Как бы знакомый, как бы привыкли, но на самом деле это просто какой-то персонаж. Как инопланетяне, где-то все его про него слышали, но ни разу не видели, вживую, я имею в виду. Я объяснял, что сейчас я снимаю ролики бесплатно. Многие зрители... Немного, какие многие? Ну, давайте будем честными, сейчас все просто объясню. Человек 50 в мае месяце... Нет, в апреле месяце не помогло. Я сказал... Ну, говорили многие, что ты, главное, напоминай, и будем тебя поддерживать. И пока все не устаканится, как бы снимай ролики, ну, как бы за счет зрителя. Я не знаю, может, что-то пропущу, в комментариях напишите. Я знаю, еще комментариев много интересных полетит в мой адрес, что опять я начинаю там попрошайничать и так далее. Но мне просто как-то надо объяснять, ну, еще раз говорю, просто люди забили на меня большущий болт. Ну, зрители, можно сказать, все. Я объяснял, что давайте, мы месяц прожили, слава богу, ролики отснимали, худо-бедно, ну, как-то помогали мне люди, я говорю, около 50 человек. Разными суммами, где-то от рубля. Ну, самая маленькая часть была от 1 рубль. В целом, ну, прожили месяц. Я объяснял в последних роликах, что, как бы, если есть возможность, давайте май так же протянем. Ну, сами люди предлагали, в первую очередь. Это не мной была вся эта идея придумана, что ты снимай, а мы тебя будем выручать. Как я понял, люди, которые уже раз помогли, второй раз помогать не будут. Но это было предсказуемо. Я надеялся все-таки как-то подраскрутить, может быть, канал. Может быть, появятся какие-то левые рекламы. Рекламы появились. В дальнейшем будут они скоро, наверное. Но они не оплачиваемы. То есть мне принесут какую-то вот вещь, я ее рекламирую и оставляю себе. То есть это без оплаты. Пока с оплатой у меня нет ничего. Многие советовали приходить на Дзен. Я сейчас даже на Рутюб зарегистрировался, но на Дзен меня никто не смотрит, на мой личный канал. То есть там, дай бог, 100 просмотров с ролика. Почему? Потому что есть фейковый канал, не настоящий, не мой, который смотрят больше. А на мой канал никто не обращает внимания. То есть основная часть все равно смотрит вся на Ютубе. Рутюб я первый ролик залил, попробую, но что это принесет? На мой взгляд, ничего, так же, как и Дзен. То есть это наши платформы, которые я не верю, как ни в что. Как в русские телефоны, русские смартфоны, компьютеры и все остальное. Интернет – это не наше. Не наше это интернет. Кто-то там что-то где-то стрельнуло, раскрутился на других платформах, может быть. Но я говорю, я на Дзене уже 2 месяца пучкаюсь, наверное, где-то. Ну, больше месяца точно. Я даже монетизировать не могу из-за того, что у меня есть фейковый аккаунт. Не настоящий, не мой. Как еще для тех, кто не понимает, что такое фейковый. Не знаю, кто сливает мои ролики. И там канал монетизированный, и его смотрят все. А мой канал настоящий не смотрит никто. Что делать? Если я закрою YouTube, естественно, я ему кислород перекрою. Но если я закрою YouTube, то я сам себе кислород перекрою в первую очередь. То есть, друзья, получается, что я опять сижу в собственной луже, которую сделал сам, якобы начинаю продвигать дальше ролики на YouTube, стараюсь как-то снимать что-то, но все это делается опять за просто так, за спасибо. То есть, ну, никто из вас, кто-то предлагал, давайте по рублю будем скидываться, просто каждый человек по 1 рублю в месяц будет скидываться. Не будет такого никогда. И то, что люди, которые помогли раз, я понимаю, что это большое спасибо. Во-первых, я никого ничего не упрекаю.
помогли раз, уже второй раз помогать, ну, естественно, неохота, и таких, как я, которым помогать хотелось бы вам, наверное, много, и всем не угодишь. Это понятно, ну, у меня, я не знаю, у меня вообще вариантов нет. И бросать канал неохота, как бы, но, и еще раз говорю, я уже объяснял это, и снимать бесплатно я его просто не могу ролики, это просто бред, ну, как бы мне этого все не хотелось, все равно идет все к одному. Что делать дальше, я пока понятия не имею. Пробовать пучкаться еще дальше. Ну, попробую я. Но, понимаете. Я не нужен вам как человек. И это понятно, еще раз говорю. Вам я нужен как человек, который дает ролики. Вам от меня нужны ролики. Естественно, но большинство сейчас вот этот момент просто-напросто пролистают, большинство посмотрят, ставят мне там по самой небылой, что надоел ты, пессимист, одно нытье на канале, но улыбаться, а что улыбаться-то я буду ходить? Вот как я могу ходить улыбаться, когда, ну, ничего хорошего не предвидится, и просто пытаешься как бы эмоции хорошие приносить на канал, а толку от этого нет. Я без понятия, что делать дальше. В общем, не знаю. Хотите, помогайте. Я буду рад помощи в любом случае. Если не будет помощи, я еще раз говорю, мне просто-напросто придется закрывать всю съемку. Чего мне не хотелось бы, не хотелось бы многим из вас. А, ну, я это объяснял, и зачем я это 10 раз объясняю? Просто-напросто... Вы уже сами это понимаете, но помогать неохота. То есть, когда я снял первый ролик, прошло несколько дней, мне помогло 4 человека. Ну и там в районе 400 рублей насобиралось. Но, естественно, на эти деньги я месяц не проживу. И ничего я не смогу снимать. И я на интернет, на телефон 700 рублей надо ложить, сейчас скоро будет. Мне даже их нету, понимаете, чтобы снимать и выкладывать ролики. И все. Ну, разговор окончен. Я просто не знаю, что дальше делать. Я ставлю сейчас реквизиты, опять же, как обычно, но будет ли от этого результат, я не понимаю. Ладно, пойду улыбаться и строить дальше свои постройки, но как долго я это буду делать, я не понимаю вообще. Специально зашел, посмотрел последний ролик, в котором я говорил, что мне нужна ваша помощь. И без нее мне никак. Посмотрел ролик, 10 тысяч человек больше уже. Помогло 4. То есть, посмотрите, сами, ну, понимаете, процент нулевой практически помощи. Спасибо всем, кто помогал ранее, помогает сейчас, но... У меня сейчас даже YouTube копейки не приносит. Даже копейки не приносит YouTube, а остальные платформы тем более. О, я не знаю. Ну, мне больше ничего не объяснили. Я все объяснил, мне больше объяснять нечего.
Поставил 3 бревна, положил, прилепил. Еще одно есть, не знаю, лепить, не лепить. Забор буду делать, это весело сейчас. Хожу за ветками, принесу сколько-нибудь, продолжу забора. Где собака-то? Идет. Идешь? Друг человека. Друг человека. Иди давай поглажу.
Это остатки сала. Сейчас растоплю, добавлю яйца. Вот такой забор получается. Завтра доделаю, наверное. Ну, не точно.
Положил еще одно бревно. Думал, больше не буду, но время есть. Так что решил пришпандорить. Чем дальше, тем сложнее бревно ложить. Но осталось 3-4 ряда. И закругляемся. Так что я думаю, сруб, в принципе, не с материалом, не с какими-то физическими трудностями не столкнемся, все доделаем легко. Что ж, на донке перепроверить, идти домой. Сегодня больше ничего делать не буду. Завтрашнего дня заготавливать мох. Ну, все, стройматериалы, опять бревна таскать откуда-то. Ну и забор доделать тоже. Что ж, рыбы нет, все по-старому, ничего нового. Рассказать особо нечего, наговорился утром. Там тормозит. Пока здесь день проводил, 3 человека, по-моему, даже помаленечку тоже перевели. То есть как будто услышали меня с утра сегодня. Что там тормозишь? Опять потеряешься там где-нибудь, уйдешь обратно в избушку спать. Завтра сюда пойду опять, скорее всего, хотя возможно, что вообще никуда не пойду, потому что завтра вполне возможно, что никуда не пойду. Вообще ничего не понятно пока. Каша в голове непонятно. Не могу сказать, что было завтра. Никто не может говорить, что будет завтра. Каждый день все по-новому. Планы строить нельзя. Ладно, друзья. Надеюсь, увидимся завтра. Всем пока, до скорых встреч. С вами было приятно провести время.